Ну что, братва, братва, что, братва? Сейчас будем ЛБЗ проходить, ЛБЗ. ЛБЗ 745 тысяч дали, мало, мало. В новый клан будем вступать, новый клан. Сегодня в 9 часов я смогу в 21:00 принять приглашение от клана. Там заявки в клан есть, короче. Вот. Пока с 19:00 я сказал, что смогу играть. Но могу и раньше, как бы. Освобождаюсь раньше, смогу раньше, значит. Вот, попробуем ЛБЗ пройти. Сбросить. Так. Что у нас? США, Великобритания, Польша. США, Великобритания и Польша. Десятки. Но это, скорее всего, на 60 ТП легче проходит. Тут ЛБЗ, наверное, легче всего на 60 ТП пройти. Я не знаю, кто как на чем проходил это ЛБЗ. Можете написать мне в комментариях. Как-то так. Техники очень много, но не вся подготовлена. Вот, экипаж стараюсь прокачивать. Экипаж надо качать, да, ребят, надо качать экипаж. 19% здесь прокачать бы конь был бы побыстрее. Попробую, наверное, вот на этой херне. Здесь он 8%, 9% надо. Будет лучше экипаж. Лучше стрелять будет. Вентиляция, вентиляция. Ага, сюда вот досылатель нужен. Топовый. 5000 бон, короче, надо. Боны надо. 5000 бонов. Поражение, ничья, победа. Топ-3 по опыту. По опыту, короче, топ-3 занимать надо. Ладно, ребятушки, не забывайте подписываться на канал, лайки ставить, репостики делайте репосты, ссылочка на донат в описании, на стрим заходите, стримлю на ютубе Владислав Шиндяпин, также на Трово, ВКонтакте стримлю Владислав Шиндяпин, заходите, пишите. Если на ютубе не стримлю, значит ВКонтакте стримлю, на Трово стримлю и прочие другие каналы. У меня много каналов, специально для хейтеров. Обожаю своих хейтеров. Не забывайте еще заходить на YouTube канал Ревелекс и ставить ему дизлайк. Большой дизлайк на YouTube канал Ревелекс. Зашел, поставил дизлайк на YouTube канал Ревелекс и написал ему хороший, прям такой сладенький комментарий. Прям вот хорошенький комментарий, прям вот сладенький. Напиши ему красавчик, мальчик, ха-ха. Хей-хей-хей, с тобой будет Евангай, Ревелекс будет. С тобой будет Евангай знакомиться. Евангай будет на тебе жениться. Свадьбу будете играть с Евангаем. Хей-хей-хей, блядь, с вами Евангай. А мы пойдем кофейку сделаем, короче. А ты будешь смотреть, как я буду варить себе кофе. Это Максим. Чего ты достойна? Так, ну я, короче, в общий чат написал, что мне нужен водитель на завтра, чтобы выходного не было, не хочется брать выходной. Деньги нужны, деньги нужны. Гранату потом поем, надо покурить пойти. Бонусы включить. Блин, а по-другому никак. По-другому никак. Извиняйте. Извиняйтесь, но по-другому никак, но по-другому никак, но по-другому никак. Тыц, 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 тыц.
Что у нас за ЛБЗ тут? Вот это ЛБЗ. Да, Альянс 4, и это только пристрелка. 30 или 35 тысяч урона. Хочется на отличие ее выполнить. Чтобы на отличие выполнить, нужно, чтобы экипаж был прокачан хорошо. Так, давайте, подписывайтесь, лайки, ссылочка на донат в описании. Хочешь больше роликов, качественных роликов, Full HD 1080p, донать либо на карточку, на сберовскую, закидывай бабки, либо на стрим заходи, ссылочка на донат будет в описании. Ну и до скорого.